Сын Зоро. Того убил, не будь. Смертельно быстро действует. Это что такое? Это что, конь? Да, броня привел. Бля, за что вы так с конем? Ироды. Да, блять, ебаный эфир. Я хочу посмотреть, как моя трени работает. О, это вот это я насрал, да? Угу. 2000 тикает, ну такое. Смотря как часто оно. Сумманить, сумманить сначала. Так. Первая пати его кинуть. Вместо совы. И меня киньте, я милик. Че? Че, милик эфирит? Че там шоу? О, нормально. Эх, новый интерфейс. Ваш тро? Зачем тебе новый интерфейс? Я теперь через Вуду. Урич, ро будет, блять, когда а. Опять агильные шмотки будут падать, вот тогда реально ро будет. Парни, сегодня падают все 4 агильные шмотки. Нет, там не тапки надо, пацаны. Не, может, все-таки ро, когда выпадут печеньки, опять же, не тебе. У вас 4 человека осталось. Сегодня, говорят, на мишку падает 10 шмоток, короче, и я 260. А печеньки там уже, что, осталось 4 человека, да, вроде? Да. Я вообще придумал еще одну хайповую идею, пойти потом сразу в обратном порядке отдавать. Да, смешно. Тебе интересно, ты придумал? Смотри, кто долго ждал, буду ждать недолго, а те, кто быстро забрал, ну, вот и хуевать сидите. Как у Апли, где-то один сидит. Чисто полутал и через 2 месяца пришел. Ни одна печенька осталась, так что похуй. Там мне уже, походу, не надо будет. На рейстера, блять. Жди, у тебя сейчас апнут, не? У тебя один апнут. Предлагаю после рейда аниме посмотреть. Ури, мне нужна кровоточка, спасибо. Ури, почему Сандер не стакаешь? И он повезло, что Яша не в рейде. А ты знаешь фильм, где это, электроник называется? Там вот этот челик в шлеме говорил ему голос такой: Ури, Ури, Ури. Все случилось, Ури. Ой, блядь, как он. Тимур, здорово! А? Идите в жопу. Я сегодня ночью, в 4 часа утра, впервые узнал, что его зовут так. А, да? Да. Пожал нахуй. Я еще в жомах узнал, когда вскрыл видео в заметках. Да. Тимур зовут? Тимуровец его зовут. Оказывается. Старый, ури. Тимурка. Было очень кринжово. Так, я думал, пора пойти спать. Как зэнджеры. А как переводится вот это слово кринж? Кринж? Ну. Да. Это, не, знаешь, это нет перевода, это вот, ну, кринж, это вот кринж. Вот как ты, вот, стол? Стол это стол, кринж это кринж. В смысле, нет перевода? Стол у него кринж, съеживаться. Раболепствовать, проявлять раболепный страх. Ты просто загуглил бы? За переводчики? В очки, отлично. Кринж и синсонг. Кринж это когда это я правда. Будь скажу, а потом такие, бля, лучше бы ты этого не говорил. Ну это типа, когда про людоедство говорят, да, там? Ну да. Про ебли в жопу. Шутки про говно. Шутки про говно. Шутки про говно это шутки про говно. По-моему, шутки про говно это не кринж. Это жопно-сортирный юмор называется. Я не понимаю, как моя тренер дамажит. А, ебань, вот дамажит. Так, еще такая тема. Завтра я по-любому приду
где-то в 19:30-19:40. Почему? Потому что у меня пара заканчивается в 18:00, ну примерно у меня пара заканчивается, а мне полтора часа до дома ехать. А тебе они проще просто проебать это? Нет, я не могу, не могу, нельзя. Да не, мне на экзамене потом. То есть ты придешь в 9 где-то, да? Нет, в смысле? Ну, в 7:30 примерно. А, придешь в 7:30. Ну, пара в 6 заканчивается. А, ну так нормально, к 8 можно трэш, собрать. Трэш почистим. Ну не, пойдем трэш расчистим. Трэш. Любимое занятие. Там так что вы там сами как-нибудь разбираетесь? Ну типа хотите, собирайтесь в 17:00. Соберем, соберем. Не, во сколько? 17? Нет, 17 не рано. 19. Ну то есть даже, так не, в 19 рано, а что мы будем стоять, типа перед оперой? Ну смотря, что мы сегодня зачистим, давайте. Ну в смысле он что, придет, блядь, с этого и сразу сядет за комнату? Да, так и будет. Да. Так и будет. Да давай. Так и будет. Ну да давай. У меня тринета нету, блядь. У меня вообще типа... Я бы болел, я пришел домой, пока разогрел еду. Тимур, блядь. Пошел нахуй. Че за буллинг? Ёбаная. У меня просто нет таких имен. Да. Ну короче, надо сказать Руслину, что на паладина это хуйня триня. А только на мутика, мне кажется, вообще никуда бы не дел. Я когда просыпаюсь, у меня первое действие это нажать на отключение компьютера. Реально. А ты смотрел шведского сурового повара? По умолчанию я слышу, что нет, блядь. Знаешь, как ты можешь не спрашивать, кто что-то смотрел, потому что, скорее всего, никто ничего не смотрел. Так, это надо исправлять, эту хуйню, блядь. Потому что шведский суровый повар достоин вашего внимания. Скорее на похуй. У них там свое аниме. Решение. Ты знаешь, что он делал, когда просыпался? Ты тут можешь не это... Тут половина, блядь, рейда — это малолетние анимешники. Это правда. Малолетним анимешникам точно надо знать про шведского сурового повара. Да и, блядь, уже ничего не поможет. Поколение ТикТока этого, блядь. Кто? Кто ТикТок смотрит? Я забанил. Короче, маны у Хила нету и НРКД. Давай я включу серию повара, посмотрим. Маны у Хила. Гильз себе спел, все хорошо. Сука. Да и НРКД, потому что он 2 секунды назад выкинул сам себя. Вставай спиной, сейчас он ману сольет по другим сериям. Смотри, я кнопку нажал, смотри, моя мана. Ну, ману, собаку вызвал. 76%, хорош. 82, 80, блядь, что-то раз. Я не вижу беса Симксонга. А вы английский знаете, вот, ну, это, да. Этот кто? Нормально знаешь, да? Да. Нормально, значит, удобно будет смотреть. Как раз-таки вот эта самая пара, которую мне нельзя... С которой мне нельзя сваливаться, это английский. Да, у меня английский сдан на год вперед. Хорош. Мне кажется, просто ты отстаешь на год. Время, у меня будет экзамен по английскому, и баллы за этот экзамен ставят за посещение тоже. А не, уходи, что ты это, блядь, прогуливать не надо. Я вообще-то не прогуливаю. Ну почти. Я на стену налил этой хуйни. Бля, сейчас тут прогуливать нахуй ради этого, блять, ради этого. Надо прогуливать, еще пацаны там, блядь, трэш чистят нахуй. Сейчас бы не играть в WoW. Я в прошлом сезоне. В прошлом семестре пришел один раз на английский на последнюю пару. Как где оценки выставляли. Ты ж не в сезонах, а в контентах меряй. Ясно. Это так, я забыл, как воду по это настроить? Ну, он же тебе говорил. Там панель будет не сделать. Ну, я не понял, почему она мне пропала. Ну, потому что... Нет, чел лосает. Аж ты его лосаешь? Нет, он просто зашел за угол. Так ты стоишь за углом, он никуда не заходил, ему фиряет, идиот ебучий. Ты видишь, где ты стоишь, вообще в другой комнате стоишь. Так чтоб не фиряло. Он тупой, не понимает. Так стоишь с другой стороны в этой комнате. Там нет мобов. Я ДЦ. П. П. П это прист или... Пидор. Да. Пидор. Или паралич, как говорится, да. Или припиздок. О, подожди, что, еще вертолетики летят? Не, нету. Торч.
Да, блять. Ой, ну. Надо было дать зубы. Ну, челу похуй на хиле. Ну, потом мобу добивайте. Там зло, там 60 тысяч моб стоит. 400 тысяч. Все, к ДКшнику подойдите. Берется. Свекловичный ДКшник. За что? Ну, спросите у него, что будет, что там с Action Deals случилось. Дойдет, спросим. Там Ро, походу, симбиот, типа, надоело, наверное, играть. И все. А челики захотели, типа, дальше играть. Вот и все. Только я не понимаю, что он, типа, блядь, не оставил кому-то, кто, типа, дальше хотел рейлить, там, геймить. Это вы про гильдию, про какую-то? Selection без. Я что-то смотрю, челики ливают, что-то открыли ОФ какой-то или что? Или с какой-то там с ГВП, с альянсовской ливают. По три челика, блядь, DC отписывают. Какой ОФ? Так ну... ОФ там как старый был, так и... 1 марта 9.2 выходит вроде. А, это Шейл, типа. Только, только 9.2? Ебать. Бля, челики типа... В смысле, чел, это последняя фаза. Опа, а, дайте мне вот это зелье, нахуй. Ну-ка, тихо. В смысле, был ну, какой, 9-0, 9-1, 9-2. Что? Ну, так, вот этот рецепт. Обычно, в каждом, обычно в каждом дополнении по 4. 7-2, не? Или 7-3-5? 7-3-5, конечно. В каждом дополнении есть еще 3, типа. Ну, 5-4, 5-4. А ты что, я зелье выиграл. Еба. В шеле, типа, зелье героизма Геру даете? Нет, а, этот... Это, 300 знаешь, голды на ауке. Бля, это не то, да? Сука. А, это не то, наверное. Там на 120 где-то должно быть. Сука, я путаю что-то. Сейчас я в общем не гляну. Мне писать ему на форум, чтобы добавили из катаклизма апнутные приподы? Или что? Вы поддержите? Нет, ну, слушай, его не рфанули, оно же 120 было, блядь. Я не пью припота. Или я путаю, но вот эта хуйня, она была 120. Чё там, там на X2, походу, что-то я читал, что типа будут как-то профы типа переделывать, скаты, что-то типа, ну такие. Главное, что нас не дамажит, как говорил приз. Бля. Ебаный рот. Да, а чё профы, что там переделывать? Ну типа, да, 525-го, типа, ну это... Ну это типа слухи такие или что типа такого. Не, ну вообще по-хорошему вот половину. Ну это типа на X2. Например, апнуть там, не знаю, партнягу апнуть. Похильте, сляк, похильте. Не ушотает, типа, под зубами. Ну не ты, ну все могли похилить, у кого хилка есть. Ну только. Да, ну зубы. Кнопки, когда он умирает. Похильте все ДК хильте. Я дамажу. Хилю ДК. Нажмите. Пусть возьмёт коня. Хилю ДК, прожимаю. Всё, это тебе за хуёвую шутку, Синка. Да чё шучушь? Нахуй ты стоял, камни ставил, блядь. Похил, давай тебя, блядь. В втроём и почти хапал. Ой, Алекслин, пусть хапал, успехнется. Он в 8, он в 8. Сука. Хилься. Флешка, флешка. Тебя похилься. Я умираю, похуй, флешка, флешка. О, где-то? Может, дамажите? О, чудесное береги, я думаю, что не существует даже. Ну, мне кажется, ну, никто не помнит, зелье Герзима было 120, блядь, силы давало. Никто не знает, тут нет тут людей, которым не похуй на какое-то зелье. Ну, фурики должны знать, у Риона что, не в курсе? У Риона точно похуй, он подпёс. Да не припоты на армор. Это на армор, блядь. Хуй знает, 100 АП. Ну пили, блядь. Одно. Там наличие. И все, больше нету. Ярости и силы. Нихуя, так это охуенная тема, кстати. Ну это, блядь, ну хуй знает.
Это не препод, это просто зелье. Его можно так ну, пить. Это понятно, но, блядь. А, стоп, ярость, не ярость, это препод. Ты что, долбоеб? Да, я думал, там просто, который ярость. Да, является. Какой смысл препота, если он 20 секунд, его пьют уже, допустим, он там зелье выпьет за минуту. Набродил. У меня вот такая хуйня просто. А чё хоста меньше, ну, меньше профита даст, 500 хосты, чем вот эта хуйня? Ну, только что ярость апнуть. Хуй знает. Дроссап ярости. Забей. А, Хисера же не знает. Че? Короче, рассказываю. Мы вчера сидели до 5 утра почти. Хуйню я видел вас, блядь. Яша сидел. Яша только иногда подключался, начинал что-то говорить. Я думал, ну, он в моменте чисто уснул, проснулся, мы там что-то говорим, влетел и дальше спать. Короче, посчитал я у Фиеста меткость. У него... 15% меткости, при этом взято 3 таланта в меткости. Плюс ШП у него получается 21% меткости. Это ладно, сказал сайт. Потом? Так я только вчера какой-то увидел. Какой-то энх получается. Это получается перекат. А знаешь, сколько у него хосты? Без сокетов у него 912 хосты. А у него еще половина сокетов СПД хост. У него 1000 с чем-то хосты в дестрике. А у тебя сколько? У меня 600. Ты слабый получается. Тут либо 600, либо 800. Челси косарь наебашил, чисто. А в дестрика в чем приоритет? В каком статье? В СПД? Крит, да. СПД. А, крит как усовый, типа? Крит с шмотом убирается. Крит шмот. СПД. СПД, она, блядь, его разгоняет, нахуй. СПДшка просто ёбнутая, нахуй. А хосты сколько ему, какая цифра нужна? Либо 600, либо 800. Ну, я, блядь, против дестриков ПВП, блядь, улетаешь, нахуй, пиздец. 2300, блядь, реса, нахуй, это шутка. Дестрики жесткие, пацаны. ПВП. Да, просто за расфиры, за это, за сало собаки, и за койл, типа, блядь, тебя сбривает. Нет. Просто в точку встаешь и нормально. Да, блядь, это ты нахуй. А еще это они, короче, они пытаются в тебя фир дать, даешь им салец. Салец заканчивается, они пытаются в тебя фир давать, даешь им хоррор. Они пытаются дать тебе фир, даешь себе фирвар. Блядь, надо энха сделать. И лок в окно хочет. Потом даешь в него три дотки и за колонну убегаешь. Я не знаю, в моем понимании, ну, типа, сколько скиллов, сколько всего есть у лока, типа, у тебя нет шансов против него, против нормального чела. Я тебе даю три дотки, бегаю вокруг пилара, что ты с этим сделаешь? Чел, ну ты попробуй мне их дать сначала. Две кнопки, а не конструкции? У него суккуба, не бойся. Типа? Ты проиграл на старте, пока у него суккуба есть. Две дотки не даются? У меня есть суккуба, потом она уходит в диминишник, я призываю собаку, даю тебе, блядь, сало, не знаю. Нет, нет, ты понимаешь, что он тебе дает кнопку суккуба и дает фир, пока на тебе эту хуйню. Тебе приходится первый тренинговать. Дальше у него до сих пор... Ловить фирвардом, кстати, не? Не пробовал? Ну, собака... А, ну... Чё фирвард? Фирвард. Пока он в этом стоит. Так он до этого... Фирвард, ты никакой дебил не будет фирвард кастовать, блять, ну, типа, заранее. Пуас, вообще можно... А ты в контроле его как сдашь, фирвард? Контроль не знаю, но фирвард он просто дает, типа, вижу лок кастует. Ну хз, чисто мое мнение, нормальный лок без шансов тебя унесет. На открытом пространстве, да, это вообще... На открытом, да, но если с пиларом, никогда. С пиларом, ну, типа, спорно. А то мы еще не идем бить. На открытом пространстве, да, я отсосу, но пилар, тимба. Вертел я эти пилары, сука, не вижу, блядь, говно. Вот с магами то же самое, тоже, без пилара пизда, с пиларом... Пилар нормально. И нам нужно реслейн. Зашел. Это самая ебучая, блядь, механика, что можно было придумать, блядь. Бегать по пиларам, блядь. Не, это прикольно, знаешь, когда вот... Я вот сейчас бегу с собой, нахуй. В этом сене вот эти деревяшки торчат, я просто застрял, нахуй. Вот это пиздец, нахуй. Скилл надо, чтобы бегать в инсте, нахуй. А фростмаги типа натурала, да, с пиларами? С это, фростмаги в это, в один на один с... с ихней хавкой, с, блядь, с овцой на 9 секунд, это типа нормальная часть. Не знаю, парни, я чисто это, спайдер-веб бы прожал бы и просто через всю карту пробежал. Там да? Чел пытается в тебя полиморф дать, зашел за пилар.
Ага, и по пингу проебал, в тебя залетел. Ну, либо так. Либо так. Когда челику оставляешь, блядь, это, и он начинает, блядь, кидать тебе нахуй поле и съебывать, отпиваться за пилар. О, Хакуарпл, ебани столик, блядь, что-то жратвы нет. В смысле, если он от тебя уходит, просто этот, ну, диспелишь себя, да, и бежишь за ним. Полиморф, да, диспелить? Охуенная история. В смысле, полиморф этот, ШВДшка ловишь. А, да. Ну, типа, первый, он подходит, дает тебе сайленс и пытается полиморфку остановить. В этот момент за пилар заходишь. Если он так не делает, ШВДшка ловишь. Почему? Пусть приморозит тебя просто. Шамак, кстати, с новой охуенно тоже выходит, да, за пилар? Не знаю, я шаман, ни одному шаману не проигрывал. И ни одному локу. Ну я, кстати, если они типа не овергирные, типа не, да, некоторых долбоебов ебал. Ну прям это на этих таких. Вот магом проиграть можно. Магом не потяжелее. Которых можно, типа, престол, которых можно словить тремором, типа. Я просто хожу эти ебаные треморы ломаю за ними. Да как ты их ломаешь? У тебя этого нету. Тебя кинжал просто. Бордов не. Ой, блять, у тебя неймплейтов нету. Есть. Ты не видишь. Я поставил себе. Я поставил. Он поставил, я ему сказал, когда ты он поставил. Это можешь дать? Все, вижу, все. ТП это не призвал? Нет. Призыв? А Глюв 17 придет или когда? Не знаю, он не писал. Ну, типа, он вообще, по-моему, он же нигде не ставил там реакцию. Да, ребята, блядь, еще тут трэш еще на часик, нахуй. Ну да, реакцию он не ставил, поэтому, типа, ну. Что вы тут это? А что, не будем суетиться? Призыв, значит, я не могу самому зеркально. А Джекс поставил, надо починить. Хорошо. Пожалуй, слабых боссов тоже постримлю. Что, сразу на оперу? Нет. Ты что-то падал? Да, я прям падал. Телепорт, наверное, не открыт, тогда можно. Ебучий этот навесной потолок, нахуй, заебал уже. А тут змеи! Ничего себе! Или это кони? А, это кони. Какие змеи? Шизик. Бля, почему я вообще на балки эти внимания не обращаю, на опоры, блядь. Там охуел, когда увидел, тут охуел, когда увидел. Ебать, классно. Как-то раз мы были на личе, короче. И в комнате, ну до комнаты дошли, лич 25, все. Челики духов не бьют, бегут по боку, по это, с краюшки. И в духе залетают, рейд вайп. Рэл кричит, нахуй. Сука, ну почему вы не можете бить этих ебаных духов, нахуй? И, короче, говорит, вы, блядь, ебанутые, говорит, типа, столько лет дрочите этого ебаного лича и не можете оторваться от ротации, типа, смотрите в свою ротацию. И говорит такой, подними глаза на экран, целый мир Варкрафта вокруг, блядь, подними глаза, увидишь, блядь. Ебать, там Кора был. Кора, это когда я на личе не мог комнаты закрыть. Так вот, там тоже не могли. Кирилл там сейчас тоже выйдет что-то, он начнет бомбить. И при всем при этом, что когда этот челик, ну, Рэл все это ругался, распинался, челик какой-то напевал песенку. Мир не такой, каким кажется он. Что-то духи с тобой связаться хотят. А Рэл ему такой, ну, тот такой говорит, духи с тобой связаться хотят, а Рэл такой говорит, ебало на ноль, блядь. Ебать, мы ржали, блядь. Я когда первый раз пошел, меня и закинуло в комнату. В обычке. Я не мог ничего сделать. У меня ДПСа не хватало, а там касс ебучий. А я кикнуть касс ничем не мог. Мне сказали, бля, ну собакой там, не знаю, фир скинь, что-нибудь. Я пытаюсь, нихуя не получается. Что с шифой делать? Койл заебашил все-таки. Нет, ну койл не сработал, не повезло.
Койл-то сработал, я побегал. И порчу еще не ебашь. Да. Сейчас сработал. У меня еще долбоёб раскол нахуй нажал. Или это я нажал? Я не помню. А это вот дестрик в ротации, когда бьет, что там вот жертвенный, испепеление, стрела. Курсу какую вешает он? Долбоёб это курсу вешает. Не вешает вообще, что ли? Нахуя её вешать? У меня кнопка дамажит больше, чем курсам, блядь. А этот порчу вешает лоб, дестрик? Нет. То есть просто хуй забивает полностью, да? Mm-hmm. То есть что, ротация? Не знаю, на перебежке можно кинуть, на магике, на откидывании можно кинуть. Что-то типа такого. А так, если в СТ долбиться, допустим, в каре, нахуй не надо. Нет, на половине боссов косноязычие висит только. Из-за механики босса. Ну тут же на сервисе отличается от обычных серваков. Тут, по-моему, локов как-то апнули, вот именно дестриков. То ли талант какой-то, то ли, блядь, спел какой-то. Т4, блядь. Не, вот не сам Т4, а вот даже без Т4, типа, апнули. Вот конкретно дестриков спек. Да, не, мне кажется, да, просто апали, апали. Из-за этого, за СПД, типа, не? Из-за того, что я его добавил. Ну, может, скейл им подняли просто. Их точно апали, потому что писали там... Я ну и формула, да, скорее всего. Ну лучше поменяли там. А то он был неиграбельный совсем. Ну он как бы давал, но хуйню давал совсем. Ну проходной как бы был, но, блядь, намного меньше там. Дно. А, он сам водит, что ли, ему бы? Или символ, блядь, какой-то им апали. По-моему, символы еще тоже какие-то тут поапали. Почему у нас танк ходит мобов? У меня на циркуле лох есть только. Когда я играл очень давно. 42-го левела. Все. На циркуле все аккаунты украли, которые там были, блядь. За все время. Зато у меня ШП ёбнутый был, маг ёбнутый. И рога. Нереальный просто. Жалко, блядь. Рисовод в сервере. Почти фулл донатные шмотки сам собрал. Че, изи. Пами сидели, блять, в звук групп не в инз заходили, а просто так залетали. Ставили, короче, автокликеры и типов. Кормили очки чести так. Всю ночь. Купить там хуйня была, кристаллизованный ужас. Там 50к хонера надо было. Вот за них покупаешь там и потом квестики делаешь. Там вот эта ярмарка на Валуния была, как отдельный этот остров. С Пандарии, по-моему. Откуда? Ну где-то Софы далеко, да. Там долбили. А что, может мне рыбака жетоны на Т5 копить? Че? Ты че, ёбнутый? То есть рыбака на Т5? Ты легче, тебе легче копить их на Т4 для ДЦ, блядь. У щела интеллекта нету просто. Не, ну зато потом Т5 выйдет. Я Т5 не играл, но вроде же... Т5 нельзя купить, блядь, стабаджи, дурачок. На X2 там за что сейчас? За какие-то воронки эти или как, да? Ну там выбиваешь токен и воронки юзаешь, три воронки на токен. Я, типа для активации его, да? У меня в Voodoo иконка по поэту, я не могу, ну там этот, мусовер не работает по нему. Что делать? Ты, может, его не видишь, может он багается. В панельке у тебя это не написано. Простите, он в пате написал. Потом. Проверь, может багается. Кто он пед куда-то в пол залезает. У меня вообще в Астрале. Нет. Это не... поэтому... В Астрале? Нет. Может, поэтому... Я говорю, у меня он просто ну, не кидается, типа, вообще. Там не пишет ничего, типа, ну не пишет там. Вообще ничего не пишет, короче. Так, значит, это как отдельная панелька, она, наверное, не настроена. Значит, на... может, таргет не работает на него, блядь. А мышкой на него тыкаешь. Ну, да, просто... могу выделить. И вот мышкой а, вот кинулся, на иконку вот этого пета, да, работает? Не, вот сейчас вроде нормально, сейчас я же говорю, он в Австралии был просто, чел. Вау. Ну не файт, он в Австралии, чтобы вот всякую хуйню не пулил тут, блядь, не бегал нахуй. Ну, у Фиеста, видимо, не в Австралии. Пета вообще, типа, особо хилить не надо. На опере только слепящая стрела, а на остальных боссах, ну, там, зима убивает, не надо хилить. На опере зову. На зиме я не Фиеста, чтобы у меня пет по КД умирал, потому что у него стрела летит и просто пета убивает. У меня пет в стороночке стоит. Ух, ебать там это. Пол комнаты сбежалось.
Риски. А Степана нету. Зерона, ты чё, блядь? Где ты нахуй? Ты в миле стоишь. Лукс, лайк, блядь, вайп нахуй. Не-не, жмайте, живите. Не, на пол. Агро сбросил, а мобы-то, блядь, на них ни на ком больше агро нет. У меня. Бля, у меня я без шифра. Я на пол его поведел. Вот. Вот, на танку надо это. На фиг включики побегать, фай ключи. Чисто покайтить мобов. Там пиздец, конечно. Блядь! Там сидят, только будет Фьюри захиливает. Шоколаде захиливает. Так и надо. Дай ночь я внесу. А, это меня Ури замутил, что ли, или что? Да. Это в рофл так скинул. Ури, ты замутил его? Тимур, я замутил? Ладно, ему похуй. Жалко, блядь. Я не понимаю, за что? Я еще и у Ринда в ЧС, походу, за что? Может, их обзывал? Да не, никогда. Да Ринда там много кто обзывал. Правда, потом вписывались. Прошел тот момент жизни, когда в какой-то движухе я участвовал. Что же, старый? Что? В основном со стороны на все, да. А, ты мудрый получается. В смысле, а как же этот? Мелвони. Что? Мелвони? Мелвони это... Почему же Галась удалась? Почему, когда я слышу Мелвони, у меня вот это вот похуй в голове? Блять, сколько раз Арислин сдох? Ладно, хотите песенку послушать, там голос того типа, про которого я вам рассказывал, который про духов говорил? Нет. Да ты скидывал, по-моему. Я что-то слушал. Сейчас я в СТРЛ. Все, да. А, еще есть. Блять, где-то вот еще у пацанов знакомых есть записи, надо поспрашивать, чтоб скинули, блядь, там пиздец бомба, да. Че, еще привезти, как в прошлый раз? Там еще есть. Там почти нихуя не осталось, я тебя сейчас ебнем. Вот Фьюри, отойди. Зайди на стенку. Скинул диси, короче, подрубайте. Блять, надо это, и нам как-то проходку в ВВК сделать, хотя бы в карикер, блядь, трэш. Лёня, блядь, не будь долбоёбом, блядь, ёбаный в рот. Блядь. Это будет очень долго. Реально долго будет, ну типа, мы так... Ну не блядь, знаю, у меня на репорте, давайте я сделаю, меня вас не будет шутить ДПС. Имбецилы, блядь. Просто дамажит, ну конечно. Давай, шутись, Каперсивен, блядь. И чтобы Глю пришёл похилить. Каперсивен, Рачина, блядь. Серьезно, это был бы кик ЧС и привет маме. Дышим ваши два тысячи. Лица разбивают. Ёбаный по голове, блядь. Давайте, ну кто там стал, этот артефект. Напиши, блин, маму твою целовал. Привет передавал. Вообще хорошо, почистили. Блядь, давай. Давай на свидание, блядь. Магистр свинья. Самая долгая. Говна чист. Бей босса, блядь. Ну-ка, ну сипотик пробуем. Все, Вова, до свидос, блядь. Пусты прошли, завяли помидоры. Мне еще на символ на этот одевать. Ты на пол, заплюешь, а на вирпинку. Или менять символ я справа. Я вообще сейчас могу оставить этот вопрос и пойти в себя. 20% урон. Ух, кто сорвет агро, блядь. Это Вова, блядь. Это много. Вове даже мамки не помогут, там, блядь, уже ничего не поможет, блядь. Даже если диспират помолится, блядь. Убегайте от лужи, там магия, Лин де Лонс, бля, я тебя узнаю с миллиона, блядь. Не рольте то, что вам не надо, блядь, слышите, блядь, парапеты, блядь. Коммерсивен парапет. ВРК, значит, не вылетел, значит, тупо АФК. Думаю, приеду, прожму тучку, блядь, хуй, кто спалит. Коммерсивен, понятно, блядь. Сейчас его так, а мы сегодня до 7, потому что... кого-то нормального, блядь, кто будет бить босса, не будет авкашить. Нахуй мне такое надо, блядь. Блядь, блядь.
вышел, скажет интернет, вы ребят, я на эту хуйню поведусь. Не вижу кровоточки нигде, блядь. Скажет интернет, отвечаю, кикнул сразу с рейда за то, что только хотел наебать. Стоп, ДД, стоп, ДД, стоп, ДД, все, стоп, ДД, не бейте босса, стоп, ДД, не бейте босса, тупые, сука. Вот ШП тянет, кто? Компрессивен, анрол. Сал, блядь, бутылку и под стол, блядь. Ну вообще, блядь, я где-то ПВЕшить, по-моему, в 13 году начал. И вот этот РЛ, он, короче, как сказать, все всегда по делу говорил. Ну, если ты не косячишь, он никогда твой ник не назовет. Если чей-то ник называется, это уже стопудово челик закосячил. И первым словом после ника челика было слово долбоёб. И он дальше говорил, ты долбоёб или ты долбоёб? Третьего не дано, короче. Ну, какой чпок, Фьеста то же самое делает. Да не, он ники называет-то. Вот сидит, говорит, что вы ебаные медалясы, вы все куски говна. Ну надо это бить вообще. По сравнению с Фьеста, тут вообще пиздец, ну в свои лучшие годы. Нет, ты грипни вот этого моба. Я приведу сверху туда. Ты кому говоришь? Он тебя слышит. Он слышит тебя. Так, алло, в Варкрафте войс есть, блядь, что не знаешь? Прослушка в стуле. Кирус добавил уже войс именно в игре. Прослушка в стуле. Он нам, короче, рассказывал историю, что, короче... Веди, чё стоишь? В каком-то 2007 году был чат комфорт такой, ну, в сети. А, он сам привел. А, или ты уже привел, чё? Я привел уже, чел. А, я вижу, что у тебя глаз не кастуется, такой, думаю, чё ты, блядь? А, сумер, блядь, уже. Короче, этот РЛ нам рассказывал историю, что ему в чате один челик угрожал. Ну, писал там всякую хуйню, там, нахуй посылал. И он попросил какого-то знакомого своего вычислить его по IP, короче. Пришел к нему, ну, по адресу все вычислили, пришел к нему, дал ему такой пизды, говорит. Он потом, говорит, чуть ли не священником стал, говорит, блядь. И он еще сказал такую фразу, говорит, что он сказал, типа, все, типа, не показывай мне багажник изнутри, короче. Опера мы не пойдем, потому что там, по-моему, танка спека нет. Ебать, а чего вы умираете? А чё меня уебало? Ну, и ФФК стоять. Да не, я же даже, ну, типа, я не хилил. Прожимай. Тебя моп убил. Ну, я понимаю, что он моп убил. Хиль, Вейт Фьюри, хиль! Я пытаюсь добежать. Ботинки там нажми. Я нажал уже, и лужи, и ботинки. Я даунстерс. Давай просто без стерс. Окей. Окей. Понял. Бля, вот нахуй я вчера пошел эти 1500 ЕП лутать? Что, сколько там тогда посидел? Нормально же убили. Ну да, в принципе, могло быть хуже. Там еще кого-то чувака прям сразу из гильдии кикнули на РТ. Какого? Бриск был. Ну-ка, надо еще. Блять, а почему я вот информацию не могу смотреть? Сильно накосячил. Да я не знаю, но это по-моему, был чел, который вообще холи прист. И холи прист, который при этом еще и хуево хилил. Black Spec. И вот. Фьеста посмотрел на него, что-то там его спросил. А, буроветка ливнул. Писал я чё, опять на замене? И ливнул, походу. Я видел, кто писал. Да, типа он такой в пизду такие рейды и ливнул. У нас в рейде, блядь, 7 шаманов примерно. Нормально, блядь. У нас первый рейд больше двух, типа, не берет. И то один, типа, ЛМ. Не, в первом у нас тоже у нас. А чё по паладинам было? Было два. Ну, типа... Не, могут взять по корестерам, типа. Паладин был, там какой-то новый чел был, новый хапал был, и еще какой-то ретрик был. Не, на деву, кто? А как ник хапала? Скана. А ретрик с гильдии тоже? Ретрик это у юнит винг, на которого Кирилл горел прям пиздец.
А что он там сделал? Я когда размутился... Так этот, начинается фаза, ну типа... Ануб из второй закопки выходит. У него там процент 40 хп. А можешь куда-то вот отвезти, чтобы, блядь, или самим отойти, блядь? Ты отойди к лестнице просто. Иди туда. Вот этот... Жуки, короче, самые первые вылазят. Ну их напуливать должны. Там чел вроде идет и сразу, блядь, на паладине сап тыкает в них. Я просто думал про рогу какой-то, а там пропало, говорят. Да, там вот этот. Он идет, жмет сап в моба. Этого моба не напуливают, этот моб идет и двух хилов хуярит. Ну вот как-то так. Жалко этого добряка. Даже, кстати, роги, блядь, на этом, на КД вчера полутали ГП два раза за напул. Да не, рогой напуливать, блядь, это смерть. Ну, блядь, если так делаешь. Да, что не поделаешь. Это святая обязанность роги и ханта. Не напуливаешь, пидор. Там не сложно напулить на уле. Похуй. Кому легко? Мне. Нажми Геру. Ханту, что ли? Какая нахуй Гера, долбоёб, мобы уже упали. Ну ладно, на следующем каких-то нажму. Пизно, да почаще Геру давать. Ну типа, если роги какие-то проблемы с напулом, берется символ. Плюс 4 секунды берется. А, ну он в сети. Не скоро, значит скоро зайдет. Но его не было в сети. Все, с этим... 17.00. С этим символом просто рога напуливает. Похуй вообще, дохуя, в два раза лучше напуливаю. Там именно в том, что им надо подбегать, бежать, что-то. Ну да, как-то. Да, это, ну, блядь, а хули. Блядь. На лече тоже надо бегать из лужи в лужу, блядь, сбегаться, разбегаться. Если ты этого не делаешь. На лече нехуй напуливать. Ну, я про то, что сама беготня сама по себе, это механика игры обычная. Типа те же бегания за пилары, то же самое. Не, а там просто хант на РНЖ пнул два раза и все. Ну, в этом плане ему проще. А рога побежал, нахуй, его хилы уронили, блядь, все. Ну, тут да, тут надо смотреть, чтобы их не уронили. Конкретно хилов означает. Ну, как бы, ну, если их не ронять, то нормально. На пульчик. Стоит АФК. На пульчик. 5 трэш бьем без него. ПС под ливень, а нихуя пошел. У ханта на пол 3 секунды длится, блять. А у роги 6. Символ плюс 4, блять. Я не помню, у ханта, по-моему, нет нихуя на увеличение времени на пол. Там еще помню за это. Саня говорит, я ж, блядь, попросил вас двоих спехнуться в мультиком. Вы нихуя не сделали, блядь. А, Азерон, а ты скинул этому? Смерлку. Про мультика. Ты ебанутый? Че? Скинул ему? Азерона, ты скинул Смерлку про мультика. А ой, блядь, Азерона, это же одно и то же, да? Хисери скинул? Нет. А что такое Смерлок? Это ник прошлый, что ли? Это не прошлый, это мой постоянный ник. Кроме Вова. Ну ты скинь, скинь. Это Вове у меня никнейм. А где вообще Хисери? Девочка, персонаж, королева. А это в DC только, да? Ну не в DC, это вообще везде, типа, ну там в Steam, блядь, в Battle.net. Всё вот это. Везде, а почему ты не скинул? Ты же хотел. Это... знаю, мне вкладывать сейчас. Сын, блин. Уж потом скину. Сын сына, да? Зерон это только в этих, в РПГшках. Корейских вот этих. Всяких. В Вове тоже. Хорошо, что Вов не корейский, да? Ну тут правда. Ага. А то сейчас бы были вот эти, как в Lost Ark, нахуй, свой личный, блядь, пентхаус, нахуй, остров, блядь, сидишь там, долбишься, хуяришься. Хуйня, миллион скиллов, хуй пойми, девочки красивые бегают.
Только ради этого игру и качают. Вы в редакторе видели там в некоторых играх, это там вообще пиздец, там можно что угодно сделать. Пок-чамп! Что? Посмотри! А, реально. Они починили. Бою. Сука, вот это починили, это браза наш. Ну браза убиваем наш. Эту хуйню починили, блять, а эту поломали случайно, пока этого мы починили. На этой... Браза убили. На залупе, блять. Как она называется? На погибели. На погибели, да. Кстати, на погибели эти бопы не работают. Надо проверить все равно, вдруг опять поломали. Апдейта вышел. Еще несколько. Я редактор в киберпанке видел. Айдар больше не жмурик. Почему? Айдар сделал топ-1 на элеместерах. Чё? По-русски можно? Нет. Это goddammit или что? Или кто? Что? Чё? Ладно, я не понимаю, кто я. Кто-то играл в goddamn redemption? Не. Бля, игру, бля, у меня на диске такие там игры классные были. Как название, блядь, не помню сейчас. Охуенная какая-то игра. О, блю. Угу. То есть мы еще пойдем сразу три босса умеем. Да? Ура. Можем с дела начать. Да, да, да. Дело, морал, скоро. Погибель, смотрите. Пиздец, не было. Дорогу. Дорогу. Ладно, можно стрим подрубать. Нет. Офф и с позором. Я не офф и с позором. Если вайп на 9. Если вайп на 9, оффу, конечно же, с позором. Я на прошлое, когда я обещал интерфейс гения сделать. Собственно, я его сделал. Ну, год я выйду, пиздец. Мозга мне это не добавило, конечно. Но... Не стоп выглядит стиль. Так, рыба, суппорт, под... Ой, подка на... На АП у меня одна подка. Куплю подку на АП. У меня есть. Она стоит 600 голды на ауке. Я пошутил, может, убьем этого... Сколько коня? Денег статика тебе скинуть? Кого? Коня и смотри... Просто... Ладно, перебьем, да не, не надо для коня ничего перепивать. ДД фаст, смотрите. ДД на смотрителя? ДД до смотрителя. До смотрителя. А, до. Потом, похуй, саппорта может до конца. Ну, во-первых. Так, что у нас все на месте? Сейчас я поменяю, как играть. Ну, может, яд потестить в этом комбате. А что, мы, кстати, коня будем убивать? Будем, да, да, да. Ну, мы этот, все будем убивать, нормально. Просто делаем. Рыбу! А, рыбу, вот что. Я думаю, что-то забыл, блядь. Хавайте рыбу. Сзади стоит. Арестин. Так, что рыба, банка. Че еще? Все, наверное. Под пивас на рейд готов. Почему не показывают, что я стримлю? Похуй. Сбоку. У тебя активность включена. А, я дебил. Геру сразу я не, я не ту кнопку тыкнул. Конечно. Ты начал запись? Да, запись. Блять. Потом посмотришь, когда ты этот видос. Через 7 лет. Да. Сейчас на стримчик подрубит, чел.
Погнали. Все, трубил. Вот, на следующий сервер пойдем. Будешь старый, будешь пересматривать, ребят. Давайте, давайте уже, блин, как играть? Что-то рано вот стартанули. Нормально. Стрим? Или чё? Блин, он про наполнил всё. Геро. Ой, тут же и приподка есть еще, блять. Да ты не! Отвратительно! Если бы ты знал, сколько это отвратительно, ты бы заплакал. Ты ишь под истерией, под фул энергии наваливаешь. После молнии зайти. Пошли. Пойдем. Назад отойдите. Мне, они дебадут? Что? ПС дай. Кстати, Реслин, я потестил яд. Он залупа, короче, на ретрика по-любому. Он очень медленно стакается в мути. А, пока. БР. Да, блядь. БР. Да. Бывает такое иногда. Ну, короче, на мутике даже долго стакается. Нет, поломает они. Там красный вич, или можно вечить на щит, по-моему. Да какая разница, все равно. Все равно тайминг ломает. Сферка, типа. Фишка. Да мы и так успеваем, типа, ну. Похуй. А то, что там переведут раньше, типа, ну так. А зайти за счет красной язычи хп. А зайти. Зайти. Ой, реально зайти. Так он лучше не сдохнул. Ничего. Прикольно, вы придумали. Геро. А, Геро была? Да, была. Двигаться надо будет. Скорее всего. Так. А я решил просто не сдохнуть, но остаться без дебафа. А ты кофт нажал? Не работает. Он только снимает дебаф тут. Вот, вовремя пришел. В принципе, я уже хотел сказать, что здесь два хила не нужно. Потом вдруг понадобилось, да? Потому что того же танка ты заебёшься. Танк не заебёшься, ничего, одну кнопку накинуть, да, нормально. Да, ладно. Умный танк, Светлан. Кстати, ПС дай подойти. Двигаться надо будет. Я тебе не спал чуть-чуть. Блять, некого хилить, блять. Да, my bad. Я плохо смотрю. А, блять, еще плюнул. Какая проблема, да? Вообще слепой чел, просто похуй. Какая мне разница, что я, блять, что будет от того, что я... Так, забей рост статика. Как обычно, блять, дело самый сложный босс. Офис позором, офис позором. Пока еще не вайпнули, все хорошо, ничего, никто не пережит. У нас сейчас сломан тайминг сферы, сломан, пиздец. Мы вообще охуеем. У нас еще минус один ДД. Конечно, сверки нормально, ладно. После молнии. Может вообще не отбегать. Наоборот, лучше вперед дать. Я не знаю, как мне сейчас щит пробивает. Не знаю, блять, как я вас не уронить должен. У вас таурен есть?
что разбить, если что. А, ну маг. Так, уготовься. Уриона? Ну ладно, просто... Что-то casual как-то. А это был, по-моему, импорт на щита, да? Пошлите на коне. Это баг. На три тела сдохло, это баг был в натуре, ты такого никогда не видел. Ну с багом. Бля, заебали, ну как можно на деве умирать от луча? Ну вы же видите, куда он. Отвернитесь, блядь, похуй на ваш ДПС. Просто отвернитесь, посмотрите, где сфера. Отойдите подальше, не бейте босса. Не вешалась долго эта хуйня. Да без дебафа прыгни, не сдохни просто уже. Да блять, ну почему не вешалась? Ну почему вот я успеваю, вы не успеваете? Ну, потому что в один момент там вешается типа в 0-1, во второй забегаешь, типа. Ну, не реально, мне вешалось 5 секунд. Отойдите раньше, не знаю, что-нибудь придумайте. Сейчас я рыбу поставлю. Ну, я старался. Честно. Пиздишь. Ты офнул, надеюсь? Чё? Офнул? Нет. Да, блядь. Это байты всегда. И чё, мне начинает банить тебя? Нет. Ладно. Ладно, это... Специально сюда послали, что сейчас кольцо выпадет 100%. Да, два кольца. Мне впадал мутик из 5. Реально, дабл лут выпадет, нахуй, два кольца. Вставайте. Сейчас здесь вайп, да нет, хуйня какая-то, вы без, не будет там кольца. Одно кольцо с коня, другое с ловчего, да? Что там, ДБМ, У... Пофигу. 7. Не перебивайте ничего. Тут не поможет. Посмотрите. 4, типа муж. 2, 1. ПС. Вообще не критует, как жить. Ноль критов! СПС за чардж, блять, бомжара ебучая на боссе. У меня ноль критов, все. О, первый коварный кританул, спасибо. Я уже так, в окно вышел. Зашлись. Кого? Танк. Не танк, не ебал. Был в танке. А, блять, дима здесь пыл нашел. Че, ёбка? Ой, блять. Эро нахуй. Сука. Пацаны вообще, ребята. Блять, я не знаю почему. Там же на танке было, не? Был на танке. Ты, наверное, долго нажал, он уже побежал. У тебя какой Адон Вудус? Моменчик. Да. Там рамочки же у тебя же обводятся красным контуром. Нет. Фишка не, не в том. Должно же быть. Фишка в том, что дебаф на всех висит. Посмотри, может, ты не замечал, просто красным обводится. Бывает, что обводится только танк, и когда дух появляется, тот, кто дух ловит, типа тоже обводится. А бывает, что с пыла обводится танк и еще какое-то тело, там, либо конь. А ну все, хуйня прекращается, давайте. Ну ты хорош. Посмотри. Я по воду диспеллил за приста, запала. Я обычно просто не вуду смотрю, она. Рафлан, ебало, чисто. Это старая рыба, да нахуй эти люди, ты вот эти красные рамочки увидишь, ты сразу скилловод. Быстрее, быстрее, в рыбу, Урион, в рыбу тык. Все, на одной рыбе два пола, хорош. Лапку надо. Озеро сидится у каждой пасочки, нормально ты. Это так важно, наверное. Диспел бы сильнее был. Куда уж сильнее, максимум, блядь, мост. После этого диспела. Я, короче, хотел, типа, дать гимн на ХП. У меня гимн, ну, типа, я перед гимном Ctrl-Q жму, чтобы сосредоточение нажать. Я нажал вместо Ctrl-Q, Ctrl-1. Хуй типа. Тебе, не кольцо, понял. Ладно, это был супер хуевый пул, хорошо, спасибо. Но сейчас мастерей не будет. Там 40 секунд ста, подождите. Да похуй пошли. Чё, давай? Слабые бои. Давай, я на следующих тренях просто. 5, там 40 секунд, 4, чего? 3, 2, 1. ПС. Вот сейчас видишь красный на глю и на танк. Да. А, вот что за красный. Вот, сейчас смотри, если третий не будет, то на одном из них дух. Сейчас проверим теорию. Да просто насмотрите, глаза откройте. Не, я предпочитаю глаза открыть. Так тоже надо попробовать. Сейчас можно быть глаза. Вот, на маге. А, реально, кстати. О, видишь? Ебать, уже... Всё, теперь ты... Тебе даже думать не... Тебе даже глаза можно не открывать. В один фрейм? Скиллованный, блин.
Ну, в один фрейм. Да, но только печатный цвет придется стрелять. Но бывает такой вариант, когда третьей рамочки не появится, и вот две вот этих останется. 50-50. И оно будет, да, типа, на одном. Вот сейчас на рисе. Сейчас на рислине. Ебать, это моментальный дисплей был. Просто пиздец, скилл. А, ну все, в следующий раз одно будет. Заводить. Убирай. Я напыливаю. Берегитесь. Ладно. Нормально, веру. Хорошо, что нажал кнопку, я вздох, нахуй. Ёбаный босс, нахуй. Берегитесь. Видишь, оказывается, мне даже есть чем у вас получить, блядь. Я воду не пользовался. Воду хорошая, да. Он номер один в мире считается. Кем? Ну. 9 из 10. 9 из 10 стоматологов его рекомендуют. Да нет, ну вообще, типа, в мире. Причем для стоматолога? Так. Есть, когда, типа, когда у меня дебаф вешается на кого-то, у всех иконка становится как будто у Симпсон, как будто это лог Сим. Строить можешь. А если на Синга кидается, то я думаю, что все нормально. Спасибо, что какой дебаф ты имеешь? Когда проклятие или что-нибудь висит, иконка отменяет. Зажать ничего. Ну ничего, надо еще на морозе сдохнуть. Не, лови. Что там, хочется немножко полайпаться? Я даблклик на мышке починил, теперь неудобно иногда нажимать душу. А как это работает, типа, почему? Чувствую вот эти фреймы, вот красненькие, которые. Да, гром. Ну как бы на слякоти это вот то, что типа на него босс агро. А вот на глю, я не знаю, это баг. Вот. А или... ты знаешь, что в гриде тоже это есть? У меня тоже на слякоти на глю подмигает. Да, там квадратики такие. А вот на глю, я не знаю, или какой-то баганный, ну, баг какой-то второго не должно быть. Может, это что-то, о чем мы просто не знаем. Да, тайна, блядь. Блять, если сейчас 0 одну влетело. Две штуки. Глюк на глюк, понял. Может что-то. Глюк? Сундук для глюков. Да блин. Глюндук. Сундук для глюк, блять. Кольцо. Это ГЦ. Да, блядь, дух. Всем ГЦ. Хочу на Горплуте пока. Пиздец, тварь. Так нехуй было вайпаться в Азееве. Кому надо. На Горплуте синг, ты занизил? Ладно, давай не на Горплуте. Чего? Я занизил. Этот. Да. Вообще на Горплуте, я заебал. Дай мне чувствовать, что я этот... Рел. Ты нахуй не нужен. Нужно пересобрать рейд. Каждому рейл Азероны. Вот фьюри тебе надо? Ну да, закидывай, я это... Чарки там на сапроты сделаю. На тьму, там на огонь, блядь. Ну не лату, блядь, а эту кожу. Ёба. А, на усе. Обменяйтесь. Ну, блядь. Может у кого расплыли? Так это кожа на дух, типа, зачем? Ну, это мне, это мне, мне кожа на дух уже. Я наверное, это самое. Может кому распылить надо латы? То нахуй, продам просто.
Сингу все давай. Скидывать. Синг, сонг у нас распылитель, блядь. Еблан, просто шмотка, которую нужно отдал мне, а которая не нужна тебе. Гений. Что-то никто вроде не умирал, да? Все, пуляй. Куда пуляй? Че нет? Мобы, блядь, поставь там. Вы что, не знаете, кого убить? Нет. Я не знаю. Драугера. Ну, ладно, тогда убейте вот этого человека, все. Потом Мороза бить. Хорош. Все, погнали? Это тактика голов. Блин, он уже готов? Голов, я готов. Риона, я напуливаю. Я слева встану, короче. С локом. Ну, кстати, скорее всего, шумно будет, скорее всего, через определенное время. Минут 5. Че у тебя? 8. У меня какие-то дети придут, у меня тут пиздец. Дети. А ты рассказывай им это про игру, они же... Интересно будет по-любому. Да, им где-то года 2. Да, блин. Им интересно будет. Как будет интересно. Реально дети. Дети, вечные дети. Будет весьма грустно, так что. Танцы. У нас рэва не будет? Да. Чё-то так. Слева сова. Слева сова, справа шоколад. Кабан есть где-то? Не, нет, он на передних. Не есть рэва? Да, на левом столе. Танцы. На левый стол. Ой. Ты на зеро не закроешь слева? Не хочу. Можно я? Кисера, выходи. У меня комбо-таймер побьется. У меня есть комбо-таймер, закрой. Выходи. Выходи ты, иди нафиг. Кисера, беги уже. Ну выйду, я выйду. Подтикнет вам один раз еще, блядь, почилить. Не тикнуло. Я гений, потому что... Хорош. Шоколад, у тебя нет дебафа, да? Меня, алло, старфол. Заткнись, блядь, шоколад, нет дебафа? Нет, одна. Арисы, налево выходи. У нас только один раз было. Хорош, Синг. Я слева закрою. Как хорошо, что он понял, где право, где лево. Справа хаку закрою. Первым. Бля, 1600. Я не поделал. Я так давно не закрыл танцы, что забыл, что есть надо. Хак, у тебя свободно это ПД прошло? Да, прошло. Так мне может налево переместиться? Налево тогда закрою, что ли? Ну, войд до 5 секунд. Сейчас подойдет. Войд закроет слева. А, войд закроет. Право. Слева войд, справа шоколад. Поешьте хавчика просто, если есть, то там пудингов нужно. Просто чтобы дебаф поскидывать парню. Войт. Чувак, там таймер уже, да? Последний танц. Да, последний будем. Может приходить. Так, все, жду энергию. Так, на пул сразу. Танки, смотрите. Все, началось. На Геру. Геру. КД, нет? Хоть Фьюри, подойди, кто-то ему. Потом туда Геру зашел. Мы не убьем его раньше, да? Нет, конечно. Прохил нет. Ури поднять. Ури, прохильте, алло. Да, блять, я пытаюсь. Плю где, блять? Бэр. Бэр, быстрее. Забирай. Фубас. Урезали. Ури, забери. Так, сколько надо было, что 4 нажимать? Блять, Макс Рейдж набрать надо будет. Жми Т4. Удака нету? Блять. Ничего, не попали. Ну ладно, щиточки были. Подлемаешь.
Без сейва проходит. Два танка первые лутают, остальные не умирают. Не знаю, может он как-нибудь поймет это. А если мы на ногти уходим? Что, ничего страшного, если там. Клифф вреет, что ли? Да. Левее встаньте. Чуть дальше просто. Танки подойдите просто ближе под босс, если можете, чтобы нас не перебало. Вы отойдете, просто. У нас тут глюк стоит. Глюпуха какая. Когда там? Истинка? 20 секунд еще. Нам за 5 секунд она нас нужен на миликах. Шо, у нас вроде не будет. Глюса крутого нажмешь. Жми глюса. Пошли, пошли, пошли. Хорошее решение. Он полутает нормально. Добиваю. А как же сдохнуть на морозе? Ну, было близко. Повезло, у нас БР быстро работает мозг. Да, там нормально еще времени было, там только в Уриона баф летел, или кто? На Уриона. И... нихуя, да, правильно? Да, нихуя. Да, нихуя. Ебать, Дриня упала, Фенрир. Сейчас буду грустить. Скин пойду Фенриру. Вот этот плащ, нердру хуйня, да? Ну, если ничего нет, то нормально. Вроде хуйня. А, давай, давай нердру возьмем. Там какой-то 39-й у меня, блядь. Я умираю, похильте. Грю, грю. Чему это папа? Похоже, как тринка на блокера? Так и есть. Похоже на тринка на распыл. Нахуя не, это тринка блокера? Не блокеры, да, блин. Спасибо. Не на блокера, просто на ладно. Она бесполезная, она же сломанная уже. Боже, спасибо, Шоковат. У меня Шоковат на 300 хп спас. Так, кажись, мой мут приближается очень близко. Я уже чувствую его. Чё, деву траем, да? Я отойду сейчас на пару минут.